Приветствую вас, поскольку вы никакой информации о себе не приводите, то я буду исходить из общих моментов, которые вы описали, да? Значит, есть ситуация, в которой молодой человек не хочет переезжать в город вместе с вами, и вы хотите его уговорить это сделать. Значит, для этого нужно, для того чтобы уговорить его, нужно несколько фактов. Это несколько факторов. Первое это, значит, полезность того, что вот именно полезность того факта, что мужчина переедет с вами в город. Полезность. То есть, что это значит? Полезно. Вот, например, вы знаете, допустим, что мужчине интересно. Вы знаете, допустим, что его интересует. Вы знаете, допустим, что для него ценно. И вы показывайте ему через вот перспективу поездки в другой город, переезд в другой город, как он может это реализовать. То есть ситуация заключается именно в том, чтобы вы показали мужчине, что думаете вы не только о себе, да, но я не. Чтобы мужчина увидел в том, что вы приезжаете, реальные плюсы для себя. Дальше. Следующее, о чем вам можно подумать, это показать, опять же, мужчине, что он потеряет, если не переедет с вами в год. То есть, я имею в виду здесь, теперь, ситуацию, при которой вы, как бы, ставите его в условия, при которых мужчина получает негатив, если не соглашается на ваши условия. Это может быть что угодно, например, там потеря вас, там, расставание с вами и прочее. И последнее, на что, мне кажется, нужно обратить внимание, это, значит, показать мужчине, насколько для вас важно, чтобы вы переехали в другой город. Что это значит, иными словами? Иными словами, это означает, что вы говорите мужчине, что вот мне будет очень плохо, если мы не переедем в другой город, мне будет плохо там по такой-то причине. Ты же не хочешь, спрашиваете вы его, чтобы мне было плохо? То есть вы как бы здесь вот говорите о том, чего хотите вы, и говорите о том, что
отсутствие этого вам очень сильно вредит, ну, навредило бы, скажем так, навредило бы. Вот, в принципе, то, что можно вам порекомендовать в этой ситуации. Стоит быть готовой вам к тому, что мужчина негативно воспримет то, что вы говорите про себя, про свои интересы, про ущерб себе. И стоит помнить, что он может обвинить вас в том, что вы его манипулируете, пытаетесь манипулировать, но ситуация заключается в том, что если вы хотите человека уговорить переехать в другой город, то нужно, чтобы этот человек четко представлял себе, зачем ему это делать, ради чего. То есть основное направление, которое вы выбираете при стратегии уговаривания, это мотив. Какой для него мотив ехать в другой город, если ему сейчас в его городе пребывания хорошо? Вот постарайтесь для себя этот вопрос проработать, постарайтесь ответить себе на него, на этот вопрос. И чем лучше вы для себя на него ответите, тем больше ваш шанс уговорить молодого человека переезжать в другой город. Но гарантировать вам, что у вас получится его уговорить однозначно, я думаю, вы понимаете, невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, то буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!